Создание банка данных талантливой молодежи района. Такой проект 2 года назад был инициирован в Чернянке. Сегодня его итогом можно считать открытие муниципальной молодежной доски почета. Подробности в следующем сюжете. Денис Бранкевич, учитель физкультуры Чернянской школы №1, автор собственной методики игрового стретчинга для развития младших школьников. В 2015 году он стал победителем областного конкурса «Учитель года». Теперь фото 28-летнего педагога на молодежной доске почета. Подобный шаг для меня является очень важным, потому что я считаю, что мои достижения, моя работа является замеченной, является примером, возможно, для кого-то. А вот Софья Лещук сама еще школьница. Право быть среди лучших заслужила. Не раз побеждала в предметных олимпиадах по истории и краеведению. Но она не только хорошо учится, но и прекрасно поет. Становилась лучшей в региональных и всероссийских музыкальных конкурсах. Общественное признание дает новые силы. Это стимул большой, чтобы развиваться, чтобы... Я понимаю, что меня заметили, и это стимул самосовершенствоваться дальше. Всего сертификаты о занесении на молодежную доску почета получил 21 человек. Им от 14 до 35 лет. Лучших из лучших отбирали в 5 номинациях. Любительский спорт, молодежные профессионалы, социально значимая и общественная деятельность, культура и искусство, научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность. Обновляться доска почета будет 2 раза в год. Уже в июне, в День российской молодежи, здесь появятся новые имена. Елена Голотовская, Игорь Доценко, новости Мира Белогорья.